Которая в нас, наверное, заложена как-то в генетике, это самое-самое, что ни на есть, индивидуальная штука. Это чувство ностальгии, которое ни с чем не сравнимо. И мой пламенный спич, основан на видеоигре Beat Cop, будет об том, как идет ли, точнее, идет ли эта ностальгия видеоигровому жанру. Что мы думаем о ностальгии, когда мы говорим об этом, вспоминая, точнее, об этом. Ну, естественно, в моем случае это боевики. Боевики из 80-х, начала 2000-х. Шварценеггер, Ван Дамм, ну и роли, да, которые они исполняли. Разработчики в самом начале игры дают огромный баннер, предупреждение, возможно, и... Ну, дословно я не помню, что они пишут, но речь идет о том, что они взяли все из 80-х и 90-х, самое прекрасное, самое то, что связано с чувством ностальгии, засунули все это в игру, пасхалки, виды, там, музыка, все, что с этим связано, и запихнули в эту игру и просят получать от этого удовольствие. Вот как это удовольствие получать? Хорошо, мне как человеку, да, который, возможно, застал чуть-чуть частичку этого времени, я не вырос в 80-х, 90-х, чуть-чуть частичку этого времени я застал по кассетам ВХС, по боевикам, я могу сказать, что вот сюжету, вот это чувство ностальгии в данной игре, оно очень идет, но не геймплею. Ну, не геймплею. Я на 100% уверен, я обязательно вернусь сейчас к данной игре, у меня вода сейчас полилась, вот я такую вот решил речь толкнуть. Вот через 30, через 40 лет я очень хочу дожить до этого момента и посмотреть, как чувак вот так перед камерой будет стоять и рассказывать о новой игре, вспоминая, как он играл в Fortnite, в Call of Duty Warzone, Roblox, Minecraft, ну и все, что с этим связано. Battle Royale, ну и так далее. Я в этом не вижу ничего плохого. Он на этом вырос. Это его чувство ностальгии. Как я и сказал ранее, индивидуальные, ни с чем не сравнимые. И благодаря Майнкрафту и Call of Duty Warzone, возможно, он полюбил видеоигры и стал о них рассказывать. Да? Ну, такое тоже может быть. И в этом нет ничего плохого. Индивидуальные, еще раз буду повторять это слово, постоянно. Для каждого. Кто-то собирает приставки Dendy, NES, SNES, картриджи к ним. Кто-то покупает PlayStation 1 игры, которые сейчас, ну, если взять eBay тот же, прошерстить цены. У меня волосы, и не только на голове, стоят дыбом. Но это ужасно. Какие цены, да? Вот как на этом сейчас, это очень популярно, это модно. Как на этом делаются деньги те же. От того, чего мы уже лишились. У нынешнего поколения, у них еще все впереди. У меня уже все сзади. И смотря на эти цены, я думаю, блин. Было же время, когда это можно было спокойно купить. Но не об этом. Сейчас все не об этом. Пламенный спич про Beat Cop. Сюжет офигительный. Я, конечно же, не буду не пересказывать, ничего мне это не нужно. Я этого не люблю этим заниматься. Но сюжет, вот, хорошо, 80-е, 90-е года. Эти, я надеюсь, ну... Так игра показывает, через пиксели, очень грамотно они эту живность передали. Ну, я так предположу, что вот эти вот, ну, голубь, да, состоит там из 8-10 квадратиков, да, этих пикселей. Вот как они его сделали таким живым, у меня в голове не укладывается. Но благодаря разработчикам вот эту информативность этой животности, этой живности передали на ура. Это огромнейший такой пиксельный плюс данной игре. Возвращаясь к сюжету, вот эти, я надеюсь, прокуренный участок, где стоит старшина, дает нам наряд на день. Ну, я не был полицейским в Америке, я не знаю. Ну, дает он наряд на день, естественно, ругаясь, вспоминая при каждом случае чью-то мать. Ну, ругань идет постоянная. Кстати, в Beat Cop очень отборный русский мат, и я этому очень удивился. Вспоминая Far Cry 3, который для меня был, ну, каким-то шоком, что нифига себе, в играх так матерятся, ну надо же. Beat Cop, да, озвучки нет, только текст. Все равно, вот, ну, передача эмоциональная, она есть благодаря вот этим фразочкам. И вот мы на вот этой вот, на этом
слете, или как это назвать. Ну, в общем, в самом начале игры, вот на этой разрядке, нам у нас вот этот вот старшина, который орет, напарники извительные, которые в любом случае всегда шутят вот этими сальными бородатыми шутками до пола. И потом мы оказываемся на улице. Работаем. Вот это вот сюжет, да? У нас есть 14 дней, я не буду еще раз пересказывать, у нас есть 14 дней, чтобы разгрести это все говно, которое бурлит в данной игре вот на эти протяжении 14 дней. Вспоминая This Police, да, это такой легкий уровень из This is Police. Я такую дал крутую вспышку, если можно так назвать, ну у меня в голове так, о, This Police. Но This Police у нас идет время там полтора года данной игры, да, вот на протяжении всей игры мы полтора года стараемся выпутаться. Здесь у нас 14 дней. И за эти 14 дней мы должны быть, ну, постараемся быть хорошими или плохими, уехать из страны, ну и все в этом роде, да, вот как мы привыкли видеть в этих вот 90-х, 80-х боевиках. Ну и что? И этот сюжет очень идет. Вот эта стилистика, где у нас стоят будки, мобильников нет, пейджеров даже нет вроде бы. Да, пейджеров даже нет. Все приходится делать ручками. Увидели место преступления. Когда мы первый раз увидели место преступления в подворотне, мы идем звонить в таксофонную будку, дабы вызвать следаков, чтобы они приехали на место. И да, мы идем сначала звонить, потом по рации сообщаем, что ага, мы вызвали. Но это очень интересно, для меня это что-то новое. Я об этом не знал. Возможно, это правда. Давать эту игру как экскурс в ностальгический мир вот этих пиксельного вот этого мира, да, я бы, наверное, советовал. Потому что, ну не каждый сейчас накачает эмулятора, вся это будет проходить от Дэнди, там, Чип и Дейлов. Ну, конечно, вкусы у всех разные. Но если есть возможность купить в Стиме эту игру, то почему бы и нет? С удовольствием попробовать. Ну, тут главный вопрос у меня, главный, абсолютнейший главный вопрос, идет ли вот эта стилистика, этой ностальгии геймплею. Я вспоминаю хорошо 90-е года, да, вот поколение Дэнди, жвачек Турбо, ну и все, что в этом роде. У нас были битэмапы, шутэмапы, ну и все, что в этом свое. Вот платформеры, я в основном платформеры вот помню. Биткоп — это у нас новелла. Новелла, где мы должны выполнять работу. Это не контра какая-нибудь там, да, не Чип и Дейл, того же вспоминаю. То есть это не платформер. Это новелла, где мы должны ходить слева направо и делать всевозможные действия, от которых нас вот в начале каждого дня от нас требуют. И на этом вот главный вот восклицательный знак, а нужна ли вот эта вот тема ностальгии? Хорошо, если перенести биткоп в 2020 год, и мы должны туда-сюда бегать, и никаких баннеров бы в начале игры нам разработчики не давали, а такая же бы игла бы игра. И не нужно никакие ностальгические нотки эти вспоминать. Возможно, через 30-40 лет будет BitCops 2, где в 2020 году мы расследуем какое-нибудь преступление и бегаем туда-сюда, только уже в современном мире, да, дабы вот эти чувства ностальгии, чувство ностальгии показать вот тому поколению, которое будет. Но это так, это слишком бредовая идея. И вот подытожу, да, вот этот вот мой пламенный спич, он не такой пламенный, потому что воду лить очень трудно. Я еще раз говорю, это чувство индивидуальное для каждого. И да, BitCops, естественно, пиксельная графика, не платформер, новелизация, почитать диалоги, понравилось, не понравилось, угу, очень здорово. Посмеялись в каких-нибудь моментах. С отборного мата 100% можно смеяться. Это вот я от себя советую, почитать, как они матерятся, это очень здорово. Ну, взрослая игра, убийство, 80-е, 90-е года, что уж там. И этот пламенный спич, он, ну, не такой, да, потому что, ну, я говорю, что индивидуальное чувство для каждого. И вот у меня вызвала эта игра эти чувства. Спасибо разработчикам, что показали. Но показали только на сюжете, ну, не на геймплее. Не могу сказать, что мне было скучно, но иногда вот эта рутина, возможно, они хотели так передать работу полицейского в те годы, что это была такая вот рутина. Ну, блин, ну, я не работал полицейским, я за это говорить не могу. Если оно было так, ну... Возможно, это хорошо, возможно, это и плохо. Но не суть важна. Об этом здесь речь не идет. Так вот, пламенный спич, я надеюсь, мой был такой краткий. Возможно, информативный. Но каждый выбирает сам эти чувства.
И ностальгировать у каждого по-своему получается. Ну, а на этом все. Тут вещал Гидроквакма. Главное это берегите себя.